Всем привет, здравствуйте, меня зовут Газизов Марат, компания Альпари Санкт-Петербург. Ежедневный обзор финансовых рынков, торговли без индикаторов. Сегодня у нас вторник, 15 ноября 2016 года. И начнем мы с обзора экономических новостей, вернее, с экономического календаря, потому что сегодня у нас будет достаточно горячий день с точки зрения новостей. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Значит, сегодня вторник. Вот только что были данные опубликованы из Германии. Вы видите, ВВП. Не очень хорошие показатели. Вот, буквально через полчаса будет публикация данных большого блока новостей из Великобритании. Что очень важно? Тут важно то, что здесь идут показатели цен. И цены, правда, производители, но тем не менее, это тоже является инфляционный показатель. И, собственно говоря, тоже, как полагаю я, будет оказывать некое влияние на движение цены. Ну и плюс еще снизу, посмотрите, вот они тремя звездочками отмечены. Это потребительские цены, также будут опубликованы вместе с базовыми, в принципе, то есть с производственными ценами. В принципе, ждут положительный такой индекс, то есть это будет влиять на, как я полагаю, на решение поставки в плане количественного смягчения. Если вы помните, там было увеличение размеров стимуляции британской экономики. Ну и плюс ставку там срезали совершенно неожиданно, буквально на последнем заседании. Поэтому я считаю, что эти новости сейчас очень серьезно повлияют на движение цены по британцу. Вот буквально через 28 минут уже. Кроме того, чтобы нам легко не жилось, будут опубликованы данные по ВВП еврозоны. Тоже посмотрите, особенно в свете вот этих новостей из Германии, которые сегодня, видите, ВВП по Германии показало ухудшение. Соответственно, можно предположить, что и ВВП, общий ВВП европейский, он тоже может оказаться негативным. Вот. Так что интересное сейчас событие начнется буквально в течение этого часа. И вечером 16.30 с выходом Америки опять цены, правда тут импортные и экспортные цены, но это уже по большому счету большой роли не играет. Сам факт инфляционных показателей, я считаю, это является важным движущей силой на текущей ситуации. Ну и естественно комментарии от официальных лиц, посмотрите, большое количество комментариев. Так что сегодня день будет очень интересный, насыщенный, горячий, можно активно работать. Я уже с утра сегодня поработал, поймал стопака по швейцарскому франку, осталась открытая позиция, правда реабилитировал. Вот с утра сегодня, мне ночью открывал позицию, был сигнал по швейцарскому франку. По стопу он закрылся. Сегодня, видите, большое количество сделок сегодня провел. Закрыл, компенсировал просадку, плюс еще и вышел в прибыль, ну и оставил открытую позицию покупку евро против американского доллара. Все эти сделки, которые здесь я совершал, я буду комментировать сегодня в базовых принципах после волны лёта. Кому интересно, присоединяйтесь, объясню ситуацию текущую. Вот евро-доллар, видите, покупка. Прекрасный сигнал на разворот тенденции, здесь сформировался, как говорится, классика жанра. Сегодня не лёт, как раз сегодня тема вот этих вот разворотов, тенденций, которые мы здесь видим. Во-первых, правила формирования тенденции, построения линии поддержек сопротивления, ну и плюс сигнал на разворот тенденции, критерии. Как раз вот сегодня будем разбирать вот этот пример, если, конечно, мне позиция останется живой до базовых принципов. Объясню эту ситуацию. Очень интересный момент. Вот. Считаю, что это можно вносить, как говорится, в учебник по трейдингу в плане разворот тенденции. Как происходит разворот тенденции. Не знаю, будет ли разворот на самом деле, но здесь все это, в принципе, классически пока все развивается. Посмотрим. Успел поторговать и по британцу точно так же, и по японской иене. По японской иене я не удержал позицию, здесь вставал в продажу сегодня. Но я прокомментирую все это подробно. Вот японскую иену буквально с минимальной прибылью закрыл позицию. По швейцарскому франку открывал. В общем, такое движение. Все это хорошо читалось, все это хорошо отрабатывалось, поэтому и вам рекомендую активно работать, активно торговать. Так, переходим непосредственно к евро-доллару, посмотрим, что там происходит. Здравствуйте, Михаил, как всегда рад, что вы с нами. Всем привет.
Так, ну что ж, евро-доллар, посмотрите, тенденция вниз ярко выраженная, обновление произошло. А сейчас идет коррекционный откат недельный. Похоже, буду закрывать должок сверху. Вот, вот он гэп. Но хотел бы предупредить уважаемых трейдеров по поводу данного движения цены. Все дело в том, что вот, изначально тенденция строилась вот таким образом. Вот он был канал, здесь было обновление, потом пришлось его скорректировать, да, когда был прокол. Обновление предыдущей впадины состоялось, добой до нижнего края канала не состоялось, вы видите, да. Потом опять коррекция, то есть первый раз, вторая коррекция, вот, и рынок опять что, не доходит до линии поддержки. Вот она серая зона. Вот эти самые мои пресловутые серые зоны. Посмотрите, это все показывает характер движения цены. То есть, если цена таким образом двигается, замедляя свое падение и не доходя до цели, это и есть как раз замедление, то это грозит тем, что, не исключая вероятности того, что рынок может в какой-то момент времени развернуть эту тенденцию наверх. Ну а там уже, конечно, более высокие зигзагообразные коррекции, первая, вторая, третья, и уже отсюда только окончательное движение вниз. Ну посмотрим, пока что характер движения цены говорит о замедлении, и торговать, конечно, надо в рамках этой нисходящей тенденции, но в то же время надо понимать, что тенденция замедляется. В этой связи дневной график дает хорошее подспорье. Я как раз вчера давал разметку, посмотрите, вот он, коррекционный откат, как бы предупреждал, что это после такого падения обычно рынок очень хорошо корректируется, да, вот посмотрите. Ну, например, вот он был резкий в рост, и посмотрите, на следующие пару несколько дней была хорошая достаточно коррекция после такого вот движения. Здесь, вот посмотрите, провал, и вот он коррекционный откат наверх, и только потом обновление впадины. Соответственно, и здесь, в связи с тем, что рынок на дневном графике, посмотрите, не дошел до цели, пошел в коррекцию, можно предположить, что вот это движение наверх будет достаточно существенным. То есть, если бы цена проколола линию тренда и пошла в коррекцию, то коррекционный откат я бы ждал бы здесь слабый для продолжения тенденции вниз. Но в связи с тем, что цена здесь не дошла до цели, вы видите, да, вот здесь вот. Вот здесь цена не дошла до цели, нижний край канала, и пошел коррекционный откат, предполагаю, что возможен вариант с хорошим коррекционным подъемом наверх. Но здесь может быть целью этого падения, в связи с тем, что здесь внутри нету никакой структуры, видите, вот в этом движении. Где остановится цена, сказать сложно. Вот когда такое же движение было вниз, где цена остановится в коррекционном откате перед дальнейшим снижением вниз, практически для меня определить невозможно, потому что движение вниз вот здесь вот было бесструктурным. Ну, единственное, что можно попытаться, скажем, бросить Fibonacci. То есть приблизительно ловить коррекционный откат в район вот этих уровней Fibonacci, там первый, второй, третий уровень. Видите, как идеально она его отрабатывала. Единственное, вот здесь вот был момент такой, попытка разворота тенденции наверх. Но вот первая реакция, посмотрите, идеальная отработка уровня Fibo, вторая, третья Fibo. Где-то вот на этих уровнях здесь, наверное, тоже надо будет ловить. Да? Вот, то есть если бросаем Fibonacci. Еще раз повторяю, потому что движение вниз, вот здесь вот, да, было без структуры. Где цена становится в этом коррекционном откате, для меня прогнозировать невозможно, поэтому я гадать не буду. Просто буду ждать, когда рынок закончит свой подъем для того, чтобы встать в продажу. Но в то же время торговля без фанатизма, потому что продажа, вернее, без фанатизма. И по одной простой причине, как я уже сказал, вот замедление. То есть вот коррекция линии тренда два раза, и вот цена не дошла до цели. Поэтому очень может быть, что цена, если подойдет к верхней границе канала, в ближайшее время может быть и разорвет. Так что вот в этом плане будьте внимательны. Но тем не менее, тенденция положительная, тенденция не сохраняется. Соответственно, часовые графики ловим вот эти коррекционные откаты. Вот видите, здесь структура уже есть в коррекционном откате. Но эта структура пока что имеет свойство к ускорению. Да? Вы видите, ускорение, вот она попытка. Поэтому на сегодняшний день, по всей видимости, еще рано пока продавать, вставать вниз. Потому что надо реализовать вот эту попытку ускорения вот этой маленькой тенденции, как элемент разворота этого движения вниз, наверх. Соответственно, коррекция слабая. Еще одна попытка обновления вершины. Обычно она завершается удачно. И где-то вот в этой серой зоне, в зоне набора позиций, в принципе, можно ждать окончания этого подъема с целью формирования какого-то нового движения вниз. Как это будет выглядеть, сказать сложно, но в текущем моменте, вот,
по характеру движения цены, которое здесь наблюдаете, здесь была попытка ускорения вот этой маленькой тенденции, которая здесь формировала некий разворот вот этого движения наверх. То есть было движение вниз, и вот здесь разворотная модель наверх. Соответственно, краткосрочно, там, на часах, на 5 минутках можно, в принципе, искать возможность покупать с целью до такого роста наверх. Ну а с целью, если вы торгуете долгосрочный период, там, скажем, дневной, ну, конечно, придется ждать. Ждать вот этого коррекционного отката, формирования структур, формирования канала, уже только потом вход в рынок продажи. Лучше всего, конечно, этот процесс контролировать на часовом графике. Вот. Вот они, вот эти структуры трехволновые, да, вот они, коррекционные структуры. Вот такие вот структуры, вот она уже готовая, надо просто ждать. Ну, либо если цена вдруг падает, вот как раз повод хороший будет сегодня, я думаю, если вдруг цена падает и пробивает опорную точку, ну тогда в принципе надо рисковать, я считаю, пробить опорную точку здесь вот. Ну, вот такой момент. При пробитии это будет ознаменовать выход из канала восходящего, то есть если резкое движение будет. Не исключая вероятности какой-то попытки роста наверх, ну а потом окончательное движение вниз. Вот в этой ситуации, конечно, надо вставать при пробитии опорной точки, благо стоп-лоссы здесь очень короткие. Но у меня стоит покупка, потому что я использовал здесь сигнал на часовом графике как элемент разворота этой тенденции наверх. Можно торговать краткосрочные 5-минутные таймфреймы. Посмотрите, в принципе, все неплохо работает. Особенно вот вы видите, вот она консолидация. Да, вот как вот происходит отработка этих моделей. Сегодня я буду рассказывать на своем семинаре. Вот посмотрите, структура, вот формирование второй впадины, вот она вторая впадина, как не пробитие предыдущей впадины, и формирование разворотной модели, разворотного канала наверх. Поэтому здесь я уже покупал. Вот, собственно, так вот. Очень подробно буду говорить на своем семинаре. Так, это у нас евро-доллар, уходим дальше, британский фунт. Британский фунт ловим. Да, вчера я интересно продавал доллар против швейцарского франка, там выше 1.10. Ну посмотрим, сейчас я покажу все. Значит, недельный британский фунт, пока что ничего не изменилось, все идет в рамках нашего сценария на долгосрочном графике. Дневной график, также посмотрите, вот он канал, вот он идет замедление, то есть вот он, коррекционное движение, как четвертая волна. Ждем вот развития пятой волны. Ну, соответственно, понятно, что для того, чтобы построить пятую волну, необходимо рынку сформировать разворотный канал вниз. Вот приблизительно так, по такому сценарию. Может быть, такой сценарий будет, может быть, какой-то другой. Но самое главное, то, чтобы рынок сформировал импульс вниз, необходимо формирование вот такого же канала вниз. Вот он. Вот такое же движение. Поэтому вот здесь вот уже есть признаки замедления подъема. Посмотрите, вот. Как ни странно, я сегодня покупал, потому что цена находилась в этом восходящем канале. Вот здесь я покупал. Но сейчас, видите, произошел выход из канала восходящего. А перед этим что было? Было замедление. Вот оно, замедление. Цена не дошла до цели в этом канале наверх. Соответственно, видим, наблюдаем замедление. Соответственно, дальнейшая попытка формирования второй вершины, как попытка продолжения тенденции. Если она окажется неудачной, эта попытка, ждем формирования разворотного канала вниз. Вот в таком плане. Это часовой график. Сколько это время займет, сказать сложно, но может быть сегодня к вечеру. Вот такой канал вниз. И вот в этой ситуации, конечно, это более консервативный подход торговли. В принципе, можно ловить продажи, когда рынок сформирует такую вот картинку. Но, соответственно, сигналом здесь для входа в рынок либо пробитие опорной точки, либо вот в этом движении, в этом сформированном нисходящем канале, после попытки ускорения тенденции вниз, слабое коррекционное движение наверх и встаем в продажу. В принципе, все понятно, да? Это у нас британский фунт, часовой, 5-минутный график, посмотрите, вот оно, движение вниз, мы его теперь корректируем, потому что рынок обновил впадину, вот только что, да? Вот. Можно, в принципе, работать и на 5-минутке, потому что технически все, в принципе, неплохо отрабатывается. Вот, вот он канал, вот отбой, вот пробитие. Сейчас слабое коррекционное движение, ловим структуру, посмотрите, вот они эти структуры коррекционные, здесь, здесь вот. То есть, либо это будет классическая форма коррекции, либо нет. Ну, главное, что в этом подъеме, когда коррекция завершается, ищем возможность продавать. И как происходит окончание коррекционного отката, наблюдайте за рынком, посмотрите, вот коррекционный откат, видите, вот два элемента, две вершины, здесь. Дальше смотрите, рынок обновил впадину, вот оно коррекционное движение наверх, видите структура, вот он выход из канала. Ну здесь, конечно, нам бы не удалось войти в рынок, поэтому вот то, о чем я говорил,
каждый сам принимает решение, пробивать, открывать ли позицию после пробития опорной точки. Здесь, вот видите, пришлось ждать формирования второй вершины. Здесь никакой второй вершины не было, рынок сразу пошел на обновление впадины. Но сам факт, после обновления впадины, вот здесь вот, вот этот коррекционный откат без обновления предыдущей вершины. Здесь опять, вот посмотрите, коррекция была, видите, да? Тоже структура, вот она, вот формирование, окончание, замедление, не пробили. Выход сейчас, вот вторая вершина сформировалась, вот она. И только что мы ушли вниз, обновив вот этот канал, вот он, разворотный канал, сформированный на продажу вот здесь. Вот. И сразу же обновили предыдущую впадину. Соответственно, что? Ждем коррекции. Пусть будет какая-то структура, сложно сказать, какую форму она будет. Но самое главное, чтобы как бы не теряться. Ждите либо формирования классической формы коррекции, зигзаг, да, или трехволновка, вот. Либо усложненная форма коррекции, в виде вот такой вот волны, которая была вот здесь. Вот, вот, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это, в этой ситуации, когда строите канал, и когда цена выходит из этого канала с пробитием опорных точек, входим в рынок в продажу. Так что сейчас ловим вверх, встаем вниз, в случае, если вы готовы продавать. С другой стороны, тенденция наверх сохраняется на часовом графике, потому что даже в этой ситуации, вот, предыдущую впадину не взяли. Я лично жду формирования именно как разворота тенденции, вот такого большого наезда наверх, без пробития предыдущей вершины. Вот, так что вот такая ситуация. Это у нас британский фунт. Дальше смотрим российский рубль. Российский рубль сегодня с большим гэпом открылся в укрепление. Вот. Достаточно интересные события сейчас происходят. Я не знаю, в политической ли жизни, в экономической жизни страны, там слышали наверняка. И вот я думаю, что вот это движение, текущая ситуация, может быть, какая-то ответная реакция, либо предвестник неких событий, да, вот таких вот серьезных. И вот, как ни странно, рубль начал укрепляться на открытие. А поэтому я по этому поводу говорил, да, то, что если цена вот таким образом идет, это еще не фактор разворота тенденции наверх, потому что необходимо пробитие, выход из нисходящего канала. Вот, обновили впадину, рынок пошел наверх, пока что не обновил предыдущий уровень коррекции. Поэтому, несмотря на замедление тенденции, это еще не фактор разворота. Я вот жду, вот, скорее всего, такого движения вниз, и только после формирования второй впадины, вот такого движения наверх. Это российский рубль, так что наблюдаем. Я вне рынка, пока покупать, естественно, торговать по нему не собираюсь. Да. Смотрим дальше японскую иену. Смотрим японскую иену. Единственная валюта, которая не разочаровывает, идет, как говорится, по плану. Вот идеальное касание линии сопротивления, даже, наверное, прокол. Вот здесь вот очень важный момент, уважаемые друзья, это вот как рынок, что сделал рынок с этими уровнями. Взял он, не взял, как вот сейчас посмотрим, точно построим. Очень важное значение имеет для меня характер, как я говорил, движение цены. Да? Вот, очень важное значение, надо посмотреть сейчас. Строим канал, он уже есть, это разворотный канал наверх. Вот. А, нет, касания не было. Вот это вот момент такой интересный. Вот видите, касание, буквально вот миллиметр, я не знаю, там пару пипсов, цена не дошла до цели. Но эта неделя еще пока не закрылась. Смотрим, наблюдаем. То есть, если рынок все-таки попытается поднять голову выше линии тренда, то тогда вот после такой после такого пробития прокола жду коррекционный откат. Коррекционный откат жду слабый и, соответственно, буду вставать в покупку долгосрочно, искать возможность войти в рынок в долгосрочную покупку. Потому что, когда движение было наверх, все было отработано идеально. Когда цена пошла вниз, также все было отработано идеально. Поэтому жду, что, скорее всего, рынок продолжит работать идеально по японской иене. Вот такой вот ситуации. Дневной график смотрим на японской иене. Вот, вот видите, тоже, да, здесь добития не было. Ну, в принципе, тенденция есть, наверх канал сформирован, разворот формируется. Соответственно, в этой ситуации, в связи с тем, что ускорение вот этого повышающейся тенденции здесь не произошло, тогда коррекция может быть более глубокой. Вот чем для меня важное значение, что какое важное значение имеет для меня характер движения цены. То есть, если цена не добила до цели, но коррекция будет сильная, если бы она проколола предыдущую вершину и пошла в коррекционный откат, тогда бы я ждал коррекционный откат слабый. Вот. То есть вот такой момент. Но самое главное в любом случае это то, что
рынок сформировал разворотный канал наверх. И при этом, посмотрите, все идеально отработал в качестве предвестников вот этих вот серых зон. Об этом тоже буду говорить сегодня. Кому интересно, присоединяйтесь. Ну, а часовой график, соответственно, да, вот идет в коррекционном откате сегодня, посмотрите. Пусть коррекция завершится и покупаем, будем покупать. Японская иена в этой связи на 5-минутном графике, посмотрите, видите, канал есть нисходящий, вроде как разворот тенденции, но вот характер движения цен, то, о чем я всегда говорил, да, посмотрите, рынок обновляет предыдущую впадину, вот здесь, видите, обновление произошло, но тем не менее до цели она не дотянула, вот здесь вот, до цели, нижний край канала, поэтому цена, если вот отсюда возобновит свой подъем и заденет верхнюю границу канала, соответственно, это усиливает сигнал и возможность для дальнейшего роста японской иены наверх. Сигналом для входа в рынок будет являться обновление вот этой вершины, как элемент опорной точки. А, Б, С, трехволновая структура для дальнейшего роста наверх. Это японская иена. Можно, в принципе, работать и на продажу вниз, в случае с тем, что пока вот этот канал, он еще живой. Но беда в том, что вот в этом подъеме коррекционном, на 5-минутке, вы видите, нет никакой структуры. За что зацепиться? Ни канала, ни каких-то опорных точек. Стоит ли рисковать в этой ситуации? Поэтому я пока что воздержусь от торговли по японской иене. Хотя я торговал сегодня. И последнее, золото. Золото у нас, посмотрите, недельный график генерирует попытку ускорения падения. Поэтому коррекционный отказ жду слабый в виде трех волн при недобое верхней границы канала и формировании вот этой трехволновой структуры. И при завершении ее буду вставать в продажу. Это недельный график. Дневной график, вот он, это попытка ускорения тенденции вот этого канала. Потому что здесь была попытка разворота, она оказалась неудачной. Поэтому разочарование. Но вот беда в том, что вот в этом подъеме, вот в этом падении и в этом подъеме движение будет замысловатым в том плане, что при движении вниз, вот в этом коррекционном движении вниз, извините, нету никакой структуры, опять же. Поэтому докуда может быть коррекционный откат, сказать сложно. Но в связи с тем, что здесь была попытка ускорения, соответственно, жду слабый коррекционный откат в виде трех волн. Вот такой вот приблизительно. Ну, что значит слабый коррекционный откат? Это значит, что при этом подъеме, я считаю, рынок не дойдет до верхней границы канала. Можно бросить Fibonacci и там ждать эту коррекцию до этого уровня для дальнейшего снижения вниз. Вот так вот. И потом посмотрите, пожалуйста, как прекрасно отрабатывает зона набора позиций. Да? Вот первая цель, идеально ее практически отработали. Вот серая зона, среднее ее значение. Да? Вот она. И вот здесь вот посмотрите, вот, вот она, зона набора позиций. Рынок именно от середины этой зоны, вот от середины этой зоны коррекции, да, вот пошел в коррекционный откат. Далее, первую цель отработали, пробили снизу, теперь будем пытаться этот уровень взять. Если это кажется неудачной попыткой, рынок продолжит движение. И вот, а уже в этом движении, посмотрите, идеальная отработка, вот как раз вот эта средняя зона набора позиций вот в этой области. Вот она, идеальная ее отработка, касание. Ну, теперь надо ждать коррекционный откат и потом снова вставать в продажу. Вот, это вот японская иена. Ну, следующая цель, конечно, если цена обновляет впадину, это вот последняя зона набора позиций. Перед окончательным разворотом наверх. То есть вот эта жирная линия, она актуальна. Ждем. Так, это у нас японская иена. Часовые графики также, в принципе, неплохо здесь вот работают в плане формирования отработки моделей. Сегодня я уже вставал в продажу по японской иене, когда рынок шел в этом подъеме. Где вот это у нас 5-минутный часовой график. Так, ну вот он был подъем. Коррекционно, да, вот, посмотрите, вот он подъем, да, и при этом падение вниз рынок сформировал разворотный канал вниз, вот он, это, хоть он и узенький, но тем не менее канал есть, вот он был канал. Сейчас рынок пытается построить разворотный канал наверх, от этого движения, вот оно, движение вниз, вот видите, да, и вот сейчас замедление, выход, формирование второй впадины, если вы хотите покупать, дождитесь формирования разворотного канала наверх, вот в таком плане, вот, вот в таком плане. Вот он канал. А почему я не учитываю вот этот канал, который здесь вот возник? Ну, во-первых, он под вопросом, что он продолжился, вот выход состоялся. А во-вторых, по размеру, по ширине, он не соответствует вот этому нисходящему каналу. А вот этот канал по размеру, по ширине, он будет соответствовать этому каналу. Поэтому я взял за опору, за основу именно это движение. В то же время, посмотрите, также, опять же, не торгуйте без фанатизма. Да? То есть это не, вы не должны быть заложником какой-то из своей идеи.
Посмотрите внимательно, что здесь происходит. Вот она, коррекция. Трехволновая структура есть. Пробить, не пробитие сказать сложно. Было ли пробитие здесь? А, пробитие состоялось. Так, ну что ж, тогда получается, вот он канал. Вот таким образом мы его строим. Вот видите, замедление. И рынок, посмотрите, несмотря на то, что обновляет предыдущие рышинки, но увидите замедление, да? Вот оно, замедление. Соответственно, не удивляйтесь, если цена вот с этого движения пойдет вниз и пойдет вот на обновление этой впадины. То есть замедление коррекционного отката и возобновление снижения вниз. Что делать в этой ситуации? Либо рисковать надо, открывать позицию после пробития вот этого уровня, то есть опорной точки, либо вы ждете, когда рынок сформирует разворотный канал вниз. Вот такой вот некий канал. И вот если рынок продолжит движение вниз на пробитие, тогда это более уверенный сигнал на продажу. То есть вот он, разворотный канал вниз. Это японская иена. Все, идем дальше. Золото. А, золото я же. Золото уже рассказал. А, золото, да. Золото. Золото. Вот попытка ускорения, слабое коррекционное движение, рынок продолжает свое движение вниз. А, золото уже рассказал, извините. Золото рассказал уже. А, да, это же золото, вот как раз я о нем говорил. Ну, вот, собственно, такой сценарий. Либо, если цена все-таки сформирует этот восходящий канал, такой значимый, тогда ищем возможность покупать. Собственно, все. Да, да, по золоту, вот оно, золото. Так, кто-то пропустил, ну я не знаю, но время еще есть вроде бы. Так, давайте ваши вопросы, ваши просьбы, тем более время есть, посмотрим все, что вы хотите. Да, дальше. Добрый день, я сдрейфил на парах евро-доллар и евро-фунт, открыл, но целевой профит не дождался. Ну, что я могу сказать? Главное, что без убытка. Ага. Марат, пожалуйста, нефть посмотрите. Давайте посмотрим нефть, но для этого мне придется открыть другую валютную пару. То есть другой торговый счет, дама счет откроем. Давайте посмотрим нефть. Честно говоря, не знаю, что там происходит с нефтью. А, так, где тут нефть? Вот она, это нефть. Так, ну, собственно, ничего особенного, как вот оно и предполагалось. Все эти линии, которые вы здесь видите, я их давно построил, где-то, наверное, месяца 2-3 назад. Все развивается по тому сценарию, который я говорил. Рынок вот при выходе из нисходящего канала. Для окончательного разворота вот такого необходимо построение разворотного канала наверх. Вот я его приблизительно построил, каким он может быть по ширине, да. Пока этого нету, соответственно, вот эта тенденция, она актуальна вниз. Поэтому вот, посмотрите, был тренд наверх, замедление, выход, теперь формирование второй вершины на недельном графике и попытка продолжения тенденции вниз. Вот этот сценарий более актуален для меня. Пока что не вижу хорошего подъема для нефти наверх. Вот именно в этой вот такой структуре жду, что все-таки рынок, да, может быть, еще приподнимется, но будет с целью формирования вот этого нисходящего канала вниз. То есть вот это в рамках вот этой всей тенденции вниз. Но вопрос в том, что вот это движение, которое здесь начинается, начинает формироваться, для, импульс вниз, обновит ли предыдущую впадину? Я предполагаю, что пока цена находится в такой вот конструкции, такой риск сохраняется, обновление. Но в то же время, ну скажем, процентов 40, возможно, что цена здесь формирует неудачную попытку продолжения тенденции и с целью формирования разворотного канала наверх. Вот, собственно, так. То есть тенденция не сохраняется, краткосрочная тенденция пока тоже сохраняется, но уже есть признаки разворота этого импульса вниз. И будет ли пробитие предыдущей впадины, я этого сказать не могу, но по характеру движения цены... скажем, вероятность пробития более выше, чем вот этот разворот. Но тем не менее, беда, почему именно так? Потому что все дело в том, что рынок может уйти ниже предыдущей впадины, и вот отсюда опять начать строить разворотную модель. То есть сначала замедление такое, а потом уже окончательный разворот. Либо, конечно, цена может, и не взяв предыдущую впадину, уйти в разворот наверх. Но то, что разворот будет, я в этом уверен на 100%. Хотя один раз я уже ошибся с Клинтоном. Так, дневной график, я не знаю, имеет ли смысл рассматривать структуру здесь.
Краткосрочно посмотрите, так, обновление было, вот, теперь что, выход состоялся, пробитие предыдущей впадины состоялось, да, соответственно, что надо дождаться, формирование, ну, вот я здесь строил, что разворот будет здесь формироваться, но, по всей видимости, он начал формироваться вот вне границах восходящего канала, то есть вот такой канал вниз, и только потом уже вот более серьезное падение нефти вот в таком виде, то есть вот он канал. Пока мы этого не видим, поэтому, да, локально здесь есть риск, что цена может сильно обвалиться вниз. Но такой обвал бывает крайне редко в этой ситуации, в текущей ситуации. Ну, может быть. Но в любом случае движение вниз более предпочтительно, чем наверх. Единственный момент, для чего эти каналы я строю, это с целью для того, чтобы именно определить момент для входа в рынок. Вот с этой целью. А то, что рынок уйдет в глубокую коррекцию вниз, ну, в текущей ситуации я просто уверен. Так что вот такая картинка. Это у нас нефть. Так, надеюсь, ответил Валентина. Так, посмотрим австралиец доллар. Давайте посмотрим австралиец доллар. Давно не смотрел. Я перестал смотреть вот эти вот валютные пары. Недельный график. Ну, недельный график, значит, тенденция вниз есть. Рынок подошел к линии поддержки. Посмотрите, так не дотянул до верхней границы канала. Хотя я его, наверное, рано построил, этот канал, не надо было его строить. Но даже в этой ситуации рынок не смог взять предыдущую вершину, видите, да? Вот. И рынок что? Пришел к линии поддержки. В данный момент это усиливает сигнал на вот такое движение. В принципе, я предполагал вот здесь вот один сценарий вот такой вот. То есть, если цена не добивает верхней границы канала, то это усиливает вот такое падение вниз. Это называется процесс прилипания к линии поддержки или построения забора. То есть какой-то момент времени, вот в этой ситуации, процентов 80-70 жду вот такого движения вниз. С другой стороны, если цена будет из этого диапазона с пробитием предыдущей вершины, смотрим за характером движения цены вот в этом восходящем канале, как элемент разворота всей этой тенденции наверх. Пока что вниз, недельный график. Соответственно, наблюдаем текущую ситуацию. Здесь вот был некий сигнал, такая попытка, но она не оправдалась. Я говорил о том, что при недобое поддержки, если рынок пробивает предыдущую вершину, это вот хороший сигнал на покупку. Видите, я ошибся. Опять ошибся. То есть рынок, показав вот этот, сгенерировав сигнал на продолжение роста, видите, произошло разворот и пробитие предыдущей впадины. В связи с этим, вот на коротких таймфреймах здесь прогнозировать, в принципе, вообще практически нечего. В этой связи, да, в этой связи лучше всего смотреть дневной график. Но, тем не менее, да, даже вот здесь мы видим, что это была коррекция, вот до любой подъема вот к этой вершине, это коррекционное движение с целью возможного такого падения вниз. Дальнейшие попытки продолжения тенденции вниз. Но это движение вниз может начаться в любой момент времени, потому что рынок опять пришел к линии поддержки. Вот, и теперь решается вопрос. Для того, чтобы вам было понятно и было легко распознать это движение, элементарно, да, вспоминайте, что здесь должно быть, как должно быть. Вот смотрим коррекционный откат. Соответственно, строим линию поддержки, вот ее попытка выхода из нее. И строим горизонтальную линию. И что получается? Здесь уже некий сигнал на падение. Посмотрите, цена не дошла до цели, верхний, да, вот, верхний уровень, и взял предыдущую впадину. Остался последний момент. Дождаться формирования, как неудачной попытки второй вершины, формирования второй вершины, да, если цена потом обновляет предыдущую впадину, вот такой момент, то сформируется нисходящий канал. Вот в этот момент, естественно, любое движение вниз, желательно, чтобы цена вот в этом канале, пробив предыдущую впадину, вот сделал попытку ускорения тенденции. Если это будет, ну тогда я вас приглашаю входить в рынок в продажу после пробития любых вот из этих уровней. Пока что такой сценарий. Наверх пока движение не рассматривает до тех пор, пока цена находится ниже предыдущей вот этой вершины. Потому что здесь есть элемент недобития. Так, это у нас дневной график. Но я не знаю, в этой связи стоит ли рассматривать краткосрочный таймфрейм. Видите, здесь нет очевидного движения. Поэтому даже, наверное, здесь говорить нечего. Единственный момент, вот, если вы прям хочется прям торговать по этой валютной паре, ну смотрите хотя бы краткосрочные тенденции. Да? Краткосрочный канал вы строите. Вот. Смотрите, определяйте характер движения цены. Ну, даже вот в этой ситуации сейчас никаких комментариев, только на дневном графике. Это австралиец. Пока вне рынка. Так, осталось движение. А, что-то произошло, да? Я чувствую, что-то произошло.
Так, ну фунт, вот он, пошел вниз все-таки, да? Вот, видно, новости вышли. Какие новости, хорошие, плохие? Сейчас посмотрим, если откроется, как всегда. Так, если он откроется сейчас, посмотрим. Ну, судя по движению фунта, наверное, плохие новости вышли, да? Да, плохие новости, вот они. Да, вот, базовые потребительские цены вышли хуже предыдущего. Ну что ж, плохо, плохо. Потребительские цены. Потребительские цены важнее, чем производственные цены. И розничные цены, посмотрите, тоже очень важный показатель, я считаю. Вот. Достаточно существенное снижение, я бы сказал бы. Да, серьезное снижение. Ну, соответственно, реакция по фунту на продажу. Видно, уже кто-то знал и заранее начал продавать, да, британцы. Так, ну что в этой связи, да, вот что делать с британцем? Значит, британский фунт. Вот то, о чем я говорил, вот выходит, формируется выход из восходящего коррекционного канала. Соответственно, либо где-то здесь начнется коррекционное формирование второй вершины, либо сразу, сложно сказать. Но в текущем моменте часовой график, посмотрите, вот он, генерирует тоже выход из восходящего канала. Посмотрите, вот он недобой. Давайте все линии его поубираем. Значит, вот как вот текущую ситуацию смотреть? Ну, в данном случае я начинаю смотреть последние движения цены, когда он все время обновлял предыдущую вершину. Вот была попытка ускорения тенденции. Последнее движение, как ускорение. Вот оно. После которого было последнее обновление предыдущей вершины. Вот он канал. Видите, да? Вот здесь вот диагностический признак появился. Да? Замедление, недобой. И вот рынок вышел из восходящего канала. Вот выход. Соответственно, сейчас решение принимается, если вы часовой торгуете, лучше дождаться вот какого-то такого внятного коррекционного движения наверх с целью формирования разворотного канала вниз. Вот такого большого по ширине. Почему я такой размах беру? Потому что канал, видите, какой широкий был наверх. Приблизительно такой же вот по ширине он логически должен быть построен здесь. Хотя краткосрочно, в принципе, да, вот в текущей ситуации, можно, в принципе, продавать и после пробития опорных точек. Но, честно скажу, вот сложный этот вопрос, потому что стоп-лосс здесь просто гигантский. Вот для меня это 350 пунктов, это большой стоп-лосс. Поэтому буду ловить малые таймфреймы, 5-минутные графики. Вот по 5-минуточке буду ловить. Вот, посмотрите, обновили в предыдущую пальму. Вот, посмотрите, структура была. Идеальная структура трех волнов, когда раз, два, три. Видите, да? Вот она, трехволновая структура. И подтверждение моих слов, то, что цена, посмотрите, ускорила падение, коррекционный откат оказался слабым. Вот я здесь показывал только что, вот оно, движение. И вот был сигнал на продажу. Соответственно, такой же коррекционный откат здесь ждем наверх. Может быть такой, может быть будет большой. Сложно сказать, потому что тенденция, вот ширина канала, достигнута будет цель внизу, не достигнута, вот за этим надо будет наблюдать. Ну, то, что движение вниз позитивно, соответственно, ищем возможность, это понятно, ищем возможность продавать. Так, ага, сейчас несет мой стоп по евро-доллару, да? 900. Так, что там? Хорошее падение. А что это вообще за счет? А, это же демо-счет, елки-палки. Это же демо-счет, напугался. Думал, уже 4000 долларов на счету. Так, ну вот, нет, пока позиция достаточно уверенно себя чувствует. Следующий вопрос, надеюсь, ответил на вопрос по австралийце, по фунту. Раз, киньте ссылку записи, говорит Евгений. Евгений, это мой канал на YouTube, пожалуйста, туда обращайтесь, в поиске, да? Ну, сейчас я вам скину ссылку. Так, сейчас я вам скину ссылочку. Мой канал на YouTube, туда вот обращайтесь, там все записи выкладываю. Плюс там есть обучающий семинар по базовым принципам, который я все время... Так, остальные... Так, Мара, скиньте ссылку, запись. Вышла инфляция, да, пункт на 5 минут ушел. Да, да, молодец, говорит Артем. А кому молодец? Я молодец? Или вы молодец. Так, евро-доллар, фунт забираю, вот спасибо, с цены до 4,52. Ну, собственно, все. Больше вопросов, просьб нету. Подключайтесь сегодня к базовым принципам в 3 часа дня.
Все эти моменты будем разбирать. Ну, посмотрите, ну просто идеальное движение цен. Просто идеально. И на коротких таймфреймах, и вниз можно работать, и очень хорошо можно работать наверх. То есть все двигается очень технично. Вот просто сидите и зарабатывайте деньги. Ну, я не знаю, я вот сижу, даже в условиях острого дефицита времени, у меня лично, да, посмотрите, ну вот сделки сегодня. За последнее время, вот посмотрите, как прирос мой депозит. За, то есть вот, техничная торговля после выборов президента США. Все прекрасно в этой плане. Так, ну вот, начиная с прошлой недели. Ну, посмотрите, огромное количество сделок. Вот. Идеальное время для работы, посмотрите. Вот, да, вот здесь стопы. Ну, вот компенсации плюс в итоге $464 за неделю. Просто вот сиди, работай, торгуй, идеально все работает. Ну, я даже не знаю, как вам еще тут рассказать, показать. Вот. Идеальное время для торговли. Причем модели работают и вот после вот такого движения. И на часовых работают модели идеально. И на пятиминутках работает прекрасно все работает. Вот они модели. И даже на минутном графике можно отрывать у рынка там пару пипсов, там скальпировать. Ну, просто идеально все работает. Я не знаю. Надо работать. Надо работать. Ну все, на этом я завершаю семинар. Кому интересно, сегодня ко мне в 3 часа присоединяйтесь. Поработаем. Сегодня как раз вот эти вот моменты разберем, очень интересные. Моменты разворота тенденций. Может быть, даже я проведу некий отдельный семинар по развороту тенденций. Накапливается материал очень хороший. Попытка выловить именно разворот тенденций. Очень интересный момент. Готовлю материал, не знаю, когда он будет готовен, может быть, через месяц, может быть, через два. Ну и плюс не забывайте, у меня, опять же, скальпирование. Семинар по скальпированию будет через неделю. А, стоп, как через неделю? Уже, по-моему, на следующей неделе. Да, на следующей неделе, 25 числа, в пятницу, пожалуйста, скальпинг со мной. Будем торговать в пятницу специально, выделил время для торговли. Всего хорошего, до свидания.